складно знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують, ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? О, привіт, Даніело! Привіт, Ліп! Вирішили погуляти? Так, гуляй, не гуляй. Щось вона себе погано почуває. То сходи до ветеринара. До речі, ветеринар – це людина, яка лікує тварин. Ти знаєш, без тебе. Сама б хотіла б спробувала бути ветеринаром, аби допомогти Варі. Та ходімо, спробуй. Ходімо. Здравствуйте. Меня зовут Даниэла. Меня зовут Глеб. Меня Александр Игоревич и Алина Сергеевна, моя помощница. Что у вас случилось? У меня собачка Варя, и она уже другий день погано ест. Она очень боится. Вы можете поставить ей диагноз? Конечно, можем. Но для того, чтобы поставить диагноз, предварительно нужно собрать анамнез. А я знаю, что такое анамнез. Анамнез – это сукупність відомостей про хворого зі слів самого хворого. Все правильно. Итак, с чего все началось у вашей собаки? Вона другий день не їсть, и вона менш активною стала. Так, хорошо. Давайте поставим ее на весы, узнаем, какой у нее вес. Варя. А потом уже посмотрим, что дальше делать. Скажите, пожалуйста, сколько по времени вы гуляете с собакой ежедневно и сколько раз в день? Півгодини по три рази на день. Это хорошо, но лучше прогулки увеличить до 40 минут хотя бы. И достаточно... 3 раза в день, можно даже 2, если вам не позволяет время, например. Итак, весит наша Варя 21 600. Прошу, поставьте ее, пожалуйста, на стол. А навіщо було зважувати ее? Нам нужно знать вес для того, чтобы при необходимости назначения лечения мы могли рассчитать дозы препаратов, которые будем вводить собаке. Померите, пожалуйста, температуру. Нам нужно знать температуру, потому что температура – один из важных показателей физиологического здоровья собаки. А где треба ее мерять? Собака меряет температуру через задний проход. Она уже трошки заспокоилась. А я могу мерять сама, думаю, температуру? Конечно. При первых признаках заболевания, таких, например, как отказ от пищи, когда собака ваша перестает кушать, когда она становится менее активной, меньше играется, больше спит, например. Да, вы можете, конечно, в домашних условиях проводить такую несложную манипуляцию, как померить, например, температуру. А, до речи, а какая температура у собак? Нормальная температура у собак граничит от 37,5 и у некоторых пород до 39,5 градусов. Не так, как у людей. Конечно, не так. У них есть шерсть, им нужен этот термобаланс для нормального существования. Температура у вашей собаки хорошая, 38,6. Дыхание чистое, прекрасное, ей ничего там не мешает. Слизистые у собаки бледно-розовые. Лимфоузлы паховые, подлопаточные и почелюстные у нее в норме. Ушки чистые, хорошие. Единственное, конечно, на что следует обратить внимание, у нее немножко заросший слуховой проход. Для этого существуют такие люди, для того, чтобы чистить эти слуховые проходы, как грумеры. А я знаю, кто такой грумер. Мы робили стрижку. Да, он стрижет собак, а также занимается гигиеной собак. Скажите, пожалуйста, когда вы давали вашей собаке последний раз противоглистные средства? Напевно, півроку тому. Давно. Около полугода. Это уже достаточный срок, и уже пора провести дегельминтизацию снова. Глисты могут быть одной из первопричин вот такого плохого аппетита у вашей собаки. Ну и что? Предварительный диагноз у нас – глистная инвазия. Я знаю, що таке інвазія. Це паразитарне захворювання. Да, правильно. І що мені робити? Нужно прогнать глистов. Для этого существуют таблетки, суспензии и капли на холочку. И мы встретимся на повторный осмотр через 2 недели. Цікава професія – ветеринар. А коли виникла ветеринарія?
До речі, вона зародилася у вигляді народної ветеринарії в період одомашнення тварин. Першим з диких тварин одомашненою людиною була собака. Є відомості, що її одомашнення відбулося в період палеоліту і було пов'язане з розвитком мисливської діяльності людей. Ветеринаром бути складно? Да, это сложная профессия. А яким повинен бути ветеринар? Ветеринарный врач в первую очередь должен любить животных. А де працює ветеринар? Это могут быть и клиники ветеринарные, и зоопарки, в цирках, на фермах. А яких тварин ви лікуєте? Мы лечим собак, котов, ящериц, птиц и даже улиток. Ого. Мы сейчас Варю оставим с Алиной, а сами пойдем посмотрим на кошку после операции. Вы не против? Можно? Можно. Пойдемте. Вот бегемот, который к нам попал с приюта. Сейчас он уже вот у нас даже играется, да? Так. Ну, лениво, мы его разбудили, он спал, видимо. А приехал он, ну, ему было совсем плохо. У него была очень высокая температура, и полмордочки у него, практически полмордочки сгнило. Ему пришлось сделать пластику лица. И еще мы у него из головы достали вот что. Угадайте, что это такое? Цедрип. Правильно. Кто-то в него стрелял. Жах. А вы дуже хвилювалися, коли робили ему операцию? Мы были уверены, что все будет у кота хорошо, и он выздоровеет. Ну и как вы видите, у него сейчас все уже намного лучше, чем было. А процедура для котів дуже болючі? Ось мы чули, як кішечка кричала. Ну, конечно, послеоперационный уход, он бывает и сложным, бывает и болезненным. Это и уколы, и различные обработки. Ну, и животные не всегда терпят. Плюс у них еще свежая послеоперационная рана. Конечно, иногда это бывает больно. А этого котика можно погладить? Его можно. Ух ты! Давайте попробуем. Вот так откроем клеточку. Вау! И берите. Він же після операції, йому не більше, що ми його будемо брати на руки? Ні, ну він же вже виздоровів. Він ще не хоче. Да, он пузатий. Он, когда к нам только приехал, очень боялся людей, совершенно не шел на руки, шипел и даже бросался. А сейчас, вы как видите, он стал, ну, более покладистым. Так. І йдет в руки. У нього таке ім'я цікаве, бегемот. Да, пожелаем ему, чтобы он был здоров, как бегемот. Ми цього йому і бажаємо. Вау! А здесь у нас улитки і Аня, яка вам все о них розкаже, покаже, як за ними потрібно ухаживати правильно. А я отлучусь. Добрий день! Здравствуйте! А ветеринар і равників лікує? Звісно. Улітки часто падають і розбивають свої панцирі. Якщо улітка розбиває його сильно напополам, то она погибает чаще всего. А если образуется маленькая дырочка, то ветеринар просто заклеивает ее пластырем, и улитка живет дальше, а под пластырем через несколько дней появляется новый слой панциря. Я знаю, что едят равлики. Что? Вони едять капусту, картоплю, іноді гарбуз. И траву? И траву. Все верно, но, наверное, ты имеешь в виду ахатин. Эти равлики называются архахатины. Они гораздо крупнее, чем ахатины. У них меньше слизи, и они совершенно не любят траву и капусту. А что же они тогда едят? Они едят яблоко, морковочку, очень любят. Они едят часто творожок с молочком. Иногда, очень редко, можно давать размоченный хлеб, в молочке хлебушек. А я чув, що деякі равлики можуть робити навіть як міні-пластичні операції. Эти улиточки не используются как улитки-косметологи. Улитки-косметологи другие, они называются ахатины. Эти улитки более крупные, это совсем другой вид улиток. И слизи в них очень мало. Какая их швидкість пересування? Они очень медленные, очень неторопливые зверята. Напевно, вони найповільніші тварини в світі. Наверно, черепаха на втором месте после улиток. А можно равлика завести вдома? Ось я теж хочу такого. Конечно же. Они очень неприхотливые и очень удобные домашние животные. Необходимо просто небольшой контейнер,
Можно держать их в кокосовой стружке в контейнере, а можно на просто белой бумаге. Они с удовольствием живут на бумажке и даже иногда ее кушают. А им корисно гулять на улице? Я думаю, не очень. А потому что они могут потеряться, а потому что они могут кем-то быть съедены. Например, кошкой или вороной, или еще кем-нибудь. Ралики, напевно, дуже люблять воду. Они очень любят купаться в воде, под краном или вот в таком вот тазике с водичкой. Хотите попробовать их покупать? Так. Ну, подставь ладошку. Глеб, не бойся, возьми улиточку, она совсем не кусается. Ложи ее в водичку, она с удовольствием будет плавать. А можно мне взять великого равлика? Попробуй. Но ты ее просто так не оторвешь, они очень присасываются к стеночке своего бассейна. Пальчиком поднимаем головку. Він, напевно, злякається. Он прячет усики. Наш равлик уже приучен к рукам, он ничего не боится. И вот, отставляй ладошку. Мы уже говорили, что если он упадет, он может разбиться. Не бойся, он не кусается. А колись-небудь він покидає свій дім? Нет, потому что их дом – это их скелет. У тебя косточки находятся внутри тела, а у них снаружи. И поэтому все внутренние органы прикреплены к его панцирю внутри. А у них есть и сердце, и легені, все, как у людей? Конечно. Только у них одно легкое. А низ у них есть? Есть. Они очень издали чувствуют свою пищу. И могут на большие расстояния, в общем-то, приползать за ней. Например, тропические фрукты, так как это тропические улитки, они могут запоминать даже, у них есть память, где они последний раз кушали этот фрукт. И потом, через некоторое время, по своей дорожке скользкой приползать по своему следу к этому фрукту. Я зрозуміла, що ветеринар не тільки лікує тварин, а дуже багато знає. Сьогодні ми дуже багато дізналися навіть про цих равликів. Да, ребята, ветеринар должен очень много знать, чтобы помогать всем без исключения животным. А это у нас британская короткошерстная кошка Ирма. Ирма? Да, Ирма. Вот, она у нас находится после вакцинации. До речи, вакцинація – це введення біологічних препаратів для запобігання інфекційних захворювань у тварин. Да, все правильно. І кошку нам хазяїва оставили на стаціонар на одні сутки для того, щоб ми пронаблюдали за нею. Знаєте, чому? Чому? Потому что такие препараты, как вакцины, например, мы уже говорили о том, что это биологически активные вещества, они могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Как ось дітям роблять такі прививки. У моєї подружки дуже була висока температура, а ось у котів немає такої високої температури? Ну, вообще, современные вакцины приносятся, конечно, хорошо, и температура – это плохой признак у кошек. Поэтому мы прививаем только клинически здоровых животных, и после этого у них температуры не бывает. Ой, я згадав, моя кисть теж робила вакцинацию, вона дуже сильно кричала. Ну, такое тоже бывает. Ирма, конечно, наша, ну, не такая. Хотя немножко ей, ну, тоже не сильно понравилось. А у вас были такие клиенты, которые дряпались и кричали, то не давалися вам в руки? Клиенты нет, а пациенты да. Ну, дуже цікава професія ветеринар. А можна кішку випустити на вулицю? От мої сусіди, вони живуть на другому поверсі, вони випустили кішку, вона потім сама повернулася. Да, можна і даже нужно. Животным необходимо контактировать с природой. Но кошек лучше держать на поводке. Почему? А скажи, будь ласка, щоб вона не втекла. Да, а ще чому? Щоб не схватила заразу. Напевно, ще є собаки, які їх кусають, тряпають. Да. Потому что, конечно, с домашним животным может случиться на улице абсолютно все. Поэтому существуют специальные поводочки для кошек. И прогулка на улице с животным, кошкой, это гораздо лучше, чем оставлять ее на балконе, особенно если это очень высокий этаж. Знаете почему? Она может спрыгнуть с балкона. Да. Кошки прыгают вниз, и, к сожалению, не всегда это заканчивается хорошо. У меня дома есть кішка, теж британка, и она дуже не любит сидеть на руках. Я дуже боюсь її стригти кігті. Ви стрижете? Конечно.
Конечно, если вы не умеете этого делать, лучше это доверить специалисту. А можно открыть эту палату и погладить эту кишечку? Дуже она вы не подобаете. Нет, это делать нежелательно. Она у нас на карантине. Ну что, пойдем дальше? А это наша Тайша. У нее нету, правда, зубов, но она при этом себя прекрасно чувствует. Да, вообще нет. Как она есть тут? Она кушает корм для кошек. Хорошо кушает. А почему у неї нема зубов? К сожалению, она к нам уже попала без зубов. У нее была очень серьезная болезнь рта. Мы ее вылечили. Она даже такая уже у нас толстенькая, пушистая. Очень ласковая кошка. А как она сюда потрапила? К сожалению, некоторые люди выбрасывают своих животных. И вот есть такая волонтерская организация, которая подбирает этих кошек. И потом привозит их к нам в некоторые другие клиники. И там их лечат. И мы тоже лечим этих животных. А потом отдаем их в руки хорошим владельцам. Кому понравилась наша Тайша, вы можете прийти и забрать ее к себе домой. Это наш попугай Рома, у которого были проблемы с клювом, и из-за этого он не мог кушать. Но сейчас все хорошо, он уже здоров, прекрасно кушает. Кстати, хотите, можете его покормить. Его можно готовить из рук? Конечно. Можете взять чумизу, и это любимое лакомство, кстати, птиц. Ему подобается. А что еще есть? Специальные наборы для птиц, которые можно купить в любом зоомагазине. Сегодня я дізналася, как вылікувати Варю, и спробовала себе в роли ветеринара. Дякуємо вам, нам було дуже цікаво. До побачення. До свидання. Приходіть к нам ще. Ти в мене вже здорова. Ходімо додому. І до зустрічі в програмі «Хочу бути».